Всем привет, с вами снова Супергекта, и сегодня я покажу, да, как и обещала, заказ от компании Ifrashe. Вышел он мне со скидкой 500 рублей. Если вам интересна такая тематика, то непременно оставайтесь со мной. И да, как же у меня получилась скидка 500 рублей? Дело в том, что позавчера я проснулась, заглянула на почту и увидела о том, что мне пришел код бонуса со скидкой 500 рублей. Я думаю, о да, надо воспользоваться, тем более, что в подарок шла парфюмерия. Конечно же, я решила затариться в запасы своей любимой, теперь уже карамельной груши. Не могла просто от этого удержаться, потому что действительно это было выгодно. И к тому же уже на сайте, к сожалению, нету. Это гель для душа, а лосьона уже я не вижу давно. Вот, жаль, кстати, потому что лосьонов у меня мало, но зато теперь огромное количество карамельной груши геля для душа. Да, как фанат гелей, это для меня просто рай. И в который раз, конечно же, я хочу вам описать этот чудесный аромат. Он ванильный, грушевый, сладкий, карамельный, ну, просто фантастичный. В душе раскрывается невероятно приятно и также обладает ультранежной пеной, соответственно, отличный уход за телом. Так что супер. На запасиках у меня теперь, по-моему, 6 штучек, если я не ошибаюсь. Но скоро я выложу снимок в Инстаграм, и вы сможете это увидеть. Ну и так как я гелевый маньяк, то, естественно, я запаслась гелями для душа. И опять же, смотрите, сколько я набрала. Гватемальский орех макадами. Очень классный гель, обожаю его. Как я вам уже говорила, имеет аромат подтаявшего мороженого в вафельном стаканчике. И также здесь присутствует, естественно, аромат орешка на этом фоне. Очень приятный запах, опять же, отличный уход в душе, нежная шелковистая пена и никакой сухости кожи. Супер. И этих теперь у меня гелей 5 штучек в запасе. И, честно говоря, буду периодически пополнять. Если с карамельной грушей, к сожалению, такого уже не выйдет, то с этими гелями да. А то вдруг их снимут с производства, и я буду очень расстроена. А так будет в запасах, он просто супер. Вот мой фаворит. Хочу, чтобы он у меня был всегда. Так, далее. Приобрела я вот такой шампунь. Это у нас растительный уход для волос, шампунь для объема с мальвой 300 мл. Последний раз у меня этот шампунь был, когда еще упаковка была просто округлая. Такая, как, ну, покажу вам заранее, да, как вот это. Ну, да, это тоже подарочек. В общем, такая была округлая, и на тот момент мне очень нравился данный шампунь. По-моему, там объем был меньше, 250 мл. Да. Кстати, взяла тоже со скидочкой, и также забыла вам сказать, гель для душа вообще тоже был по скидке, стоил он, обычно он стоит 119 рублей, я его взяла за 99, ну это здорово, действительно, поэтому что еще больше было радостью взять это в запас. Ну и что касается этого шампуня, давайте продолжим. Мне он нравился, он действительно придавал волосам объем, они становились такими прям пышными, объемными, но при этом не такими кудрявыми, да, как бывает, волосы вьются. Нет, такого не было, то есть отличный шампунь, использовала его спреем для объема, и мне все это очень нравилось, кстати, обладал на тот момент шикарным запахом, таким действительно цветочным, полевым, очень приятным, а вот сейчас он стал совсем иным. Когда его вдыхаю, такое впечатление, что я вдыхаю средство для чистки ванны или там кафеля в ванной, знаете, комет. Да, комет с лимоном, потому что действительно пахнет хлоркой и цитрусом. Я удивлена, если честно, почему такой запах стал неприятный. Жаль, конечно, но посмотрим, возможно, что в душе, конечно, он себя поведет иначе, и на волосах в том числе, но я на это надеюсь. А, кстати, кто также уже купил в новой упаковке такой шампунь, напишите, как вам он. Также ли вы чувствуете, как я, хлорку с лимоном или цитрусом, или все-таки это лично мое мнение, вот мне просто интересно. Или мне такая упаковка попалась, в чем я, конечно, сомневаюсь, но тем не менее, пока такое впечатление. Кстати, сама упаковочка мне нравится, такая лучше, чем округлая, мне кажется, для шампуня. Ну что ж, идем дальше. И как любитель кокоса взяла я кокосовое молочко для тела. Малазийский кокос, здесь 400 мл, да, и что должна я сказать? Мне он понравился, вчера специально после душа им попользовалась, свойства потрясающие, быстро впитывается, консистенция, ну, такая в меру жирная, даже практически не жирная, а вот впитывается отлично, увлажняет кожу, но кокосы я здесь улавливаю едва ли, то есть запах кокоса здесь
ну, такой, как-то он едва уловимый, призрачный, его практически нет. Это, конечно, жаль и обидно, безусловно, но все равно запах приятный, запах чистоты, скорее хлопка, чем кокоса, вот, ну, он приятный просто аромат, а главное, что свойства хороши, ухаживать за телом супер, то почему бы нет, да, можно периодически брать. Но если вы хотите действительно аромат кокоса, то тут вы его, к сожалению, не найдете. И да, как вы, наверное, уже обратили внимание, у меня здесь стоит дозатор. Первый раз, по-моему, я на лосьон одеваю дозатор. И вот именно с лосьонами он ведет себя хорошо. Там лосьон, молочко, неважно. Посмотри, как замечательно выдавливается. Оп, смотрите, вот как хорошо вышел. Прям просто супер. В отличие от геля для душа. А вот на гелях для душа действительно как-то вот, ну не для них он явно. Ой, прям быстро так вот впитывается, превращается в водичку. Запах кокоса, конечно, я говорю, здесь есть, но он какой-то вот призрачный. Как такового плотного аромата кокоса я здесь не наблюдаю. Но все равно приятный такой уходовый аромат. И еще раз повторюсь, дозатор на таких вот именно средствах вот такой. Просто отлично работает. Ну и так как лимитка подходит к концу, решилась-таки я вот на такую покупку. Да, на большой флакончик карамельной груши. Тем более я почитала хорошие отзывы, мне понравилось. Итак, это туалетная вода карамельная груша, 100 мл тут, из коллекции Plaisir Nature. Так, ну что им сказать, мне очень понравилась эта водичка. И как только я набрызгала ее на себя, я почувствовала аромат грушевой ириски. Вот именно ванильный этот сладкий тягучий аромат, он, ну как бы получается, что ириска грушевая. Вот настолько он приятный, слов нет, поднимает и настроение, и вообще, не знаю, даже может улучшить самочувствие, мне кажется, в определенной степени. Но действительно очень позитивный, приятный, клевый, его можно использовать как для ароматизации помещения, так и брызгать на себя, почему нет? Очень достойный аромат, я считаю, но, к сожалению, как только это длится недолго, вот это то, что я вам описала, длится где-то порядка 15 минут, затем аромат обретает запах, а кто помнит, была лимитка, к сожалению, я ее не вынула, забыла, хотела вам показать, была лимитка кокос и ананас смузи, вот такая вот, и запах становится именно такой, кокосово-ананасовый. Почему он такой в базе, я не понимаю, но тем не менее, не в базе, вернее, а в конечных нотах, почему он такой, я не понимаю, но факт остается фактом, и вы знаете, стойкость неплохая на пульсирующих точках, то есть, допустим, я брызнула на запястье, и там он продержался недолго у меня, где-то, наверное, прям очень даже недолго, минут 30, наверное, а вот именно на сгибе локтя, вот там продержался очень долго, пока не приняла душ, то есть, ну, где-то часа 3 точно было, для туалетной воды это довольно-таки долго, как вы знаете. Вот, так что, в принципе, достойный аромат, но с отголосками прошлого. Ну, а теперь давайте перейдем к подаркам. И первый основной подарок, который, естественно, меня порадовал, это туалетная водичка, и на сайте она стоит 1900 рублей. А давайте конкретнее скажу, что это у нас. Туалетная вода «Очарование Средиземноморья». Она вышла прошлым летом. Здесь 75 мл. Да, здесь даже написано «Коллекция лета 2014». Ну, очень приятно. Видимо, они недораспродали тогда и теперь решили выставить в подарки и на продажу в том числе. Вот, водичка хорошая, достойная. Я рада, что она шла в подарок. Вот так вот выглядит тюбик. Показываю уже даже, это, видите, закрытая, потому что у меня есть такая водичка в прошлом году. Я ее приобрела, хотела новиночку, мне она понравилась, заинтересовала. И вы знаете, эта вода, она действительно классная. Но она не летняя, вот для меня, я так считаю, она не летняя, потому что летом такие вот водички из их серии, кроме Натюрель, они запыляются, они становятся пыльными какими-то, вот действительно вылазят не слишком хорошие ноты, и кажется, аромат совершенно недостойный. И даже вот я помню, начала им пользоваться в конце августа, и тогда было, ну, уже не так тепло, и все равно он меня душил. Душил, прям уморил меня этот аромат, что поделать, и мне вообще не понравился. А вот сейчас я решила его вынуть, когда все-таки действительно прохладно, еще либо плюс один, либо ноль, либо минус два, да, то этот аромат действительно звучит классно, он суперский, он обладает теплыми нотами. Собственно говоря, я здесь чувствую ярко сладкий бергамот и теплые деревяшечки, все. Больше здесь ничего не чувствуется, нам обещают цитрус, но, ну, как бергамот тоже является цитрусовым, но это теплый фрукт, в смысле не только теплый, но и сладкий, а не кислый, как должно быть у, соответственно, цитрусовых. И да, аромат получается больше восточный, нежели действительно такой прохладный, летний, даже весенний. Я думаю, даже весной, когда будет уже плюс 7,
Наверное, мне так кажется, он все равно уже начнет душить. Я так думаю. Но как будет, на самом деле, я не уверена. Но, еще раз повторюсь, когда я его тестила именно в конце августа, когда уже было, ну, прохладно, относительно лета, разумеется, он душил. Очень он приятный. Нет, все-таки, знаете, я сейчас решила набрызгать. Нет, цитрус здесь присутствует небольшой, да, вот какая-то определенная кислинка в начале есть, но она именно в начале, а потом все, потом она уходит, остается теплый бергамот и деревяшечки. В целом, в общем, аромат достойный на прохладное время года. Не на зиму, естественно, а вот скорее на осень и на конец зимы, когда тоже еще прохладно. Вот. Слишком много о нем рассказала. Также на сайте от 1900 рублей шли три подарочка. Они были заупакованы на, ну, на снимке такие, заупакованные подарочки. Один был розовый, другой желтый, по-моему, и синий. Ну, вроде так, хотя не обязательно. Ну, в общем, кто заходил на сайт, тот те в курсе. Так вот, первый был с календулой, второй не помню. И третий, соответственно, с розой. Ну, я подумала, может, мне туалетную водичку розы подарят, было бы здорово. Но в итоге подарили, да, гель для душа. Ну как же, это радость гелевому маньяку, естественно. Так что я рада безумно. Запах у геля для душа приятный, нежный, классный. И он не пахнет больше розой такой, а скорее вот розой и пионом. Причем пион играет лидирующую роль в этой комбинации запахов. Вот. Поэтому нравится, классный аромат. Надеюсь, что будет и классный в душе. А также я вот не поняла, смотрите, он у меня прям... Мне кажется, им как будто пользовались. Он ко мне, когда приехал, был слегка подоткручен, слава богу, не вылился. Вот, и вот такой размер. Я удивлена, честно говоря, такое ощущение. То ли, ну, не пользовались, наверное, иначе бы он был испачкан, а, скорее всего, вот перелили часть. Наверное, в миниатюрке переливают. Не знаю, ну, вот факт. Но ничего страшного, это подарок, и все-таки гель в целости и сохранности – это основное. Ну и для тех, кто будет выбирать эти подарки, хочу сказать, что в первом, я точно знаю, там шампунь с календулой, а вот второй не помню, что там. И да, также хочу сказать, что вот этот подарочек, те три подарка шли от 1900 рублей, а я, соответственно, вбила скидку 500 рублей, и у меня, ну вообще у меня набиралась сумма 2000, я скидку в 500 рублей набрала, и в итоге у меня получилось 1500, но подарок мне все равно засчитали, как за полную сумму, и это действительно приятно. И самое интересное, что действительно мой заказ получился ровно 1500 рублей, это здорово, необычно. Вот так я уложилась. Ну вот и все, мой ролик подошел к концу. Я надеюсь, он был для вас интересен и полезен. Если так, то поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще это не сделали. Я желаю вам отличного настроения, замечательных покупок и всего самого прекрасного. И до встречи. С вами была Супергекта. Пока-пока.